всем большое спасибо за поздравления. Ой, чуть позже приду в себя, все вам расскажу, что со мной сегодня было и вчера ночью. Я испытала вообще абсолютно все, что только могла испытать. Мне кажется, рожица и схватки, и кесарево, и все, что только вообще было можно. Попозже все расскажу, интересно. Самое главное, что родился у нас вообще классный парень. Очень похож, правда, на меня. Светленький такой, глазки тоже светленькие. Ой.